Так, парни, сливаю за 10 тысяч. Сейчас, короче, я сливаю вот эту вот тачку за 10 тысяч. И кто из них успеет, тот и купит. Выставляем за 10 тысяч. Вперед! Короче, дорогие друзья, я сейчас нахожусь у всеми нами любимого автобазара, который я буду чистить. Все машины, которые здесь находятся, я просто все скуплю и солью в ГОС. А потом мы с вами посмотрим на реакцию наших игроков. Перед просмотром данного ролика не забудь поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. Ну и на этом, я думаю, все. Переходим к нашему видеоролику. Дружище, если ты хочешь создать свой сервак по сампу или КРМП, то тебе на bighost.org. Лучший игровой хостинг с низкими ценами и максимальной защитой. Так, ну вот я в принципе уже у автобазара, сейчас ребята залетаем. Ох, зря ты уехал, дружище, я бы купил бы твою тачку. Сейчас, ребята, все машины, которые здесь есть, я сейчас просто возьму и все, буду начинать скупать. Вот, к примеру, вот давайте начнем с этой машины. Сейчас вот я ее покупаю и сливаю в ГОС. Только нужно это делать беспалевно, чтобы никто не догадался. Иначе те, кто догадаются, возьмут и выставят свою тачку специально там за 100 миллионов. А я этого как бы делать не хочу, покупать за 100 миллионов я не хочу. Так, давайте сливаем эту машину в ГОС. Нам дадут 260 тысяч. Все, сливаем. Первую машину, ребята, мы слили. Погнали теперь дальше. Потихоньку сейчас также вот вытаскиваем все машины с этого автобазара. Так, давайте вот купим, допустим, вот эту вот Элегию. 13 миллионов, ё-моё, ну давайте сейчас ее заберем. Отдай мне, прошу. Не, ребята, все, этой машине хана. Так, сливаем, короче, эту тачку. Так, все, эту тачку я тоже слил. Главное, ребята, чтобы они не догадались, чем я сейчас занимаюсь. Обалдеть. Посмотрите на тюнинг данной машины. Такой трехкратный спойлер бампера. Вау-вау, просто. Это реально крутой тюнинг. Так, а мы, ребята, давайте идем дальше. Покупаю сейчас, короче, вот этот вот Уранус. Давайте сейчас мы его купим. Блин, капец, такие крутые тачки. Даже жалко их сливать ГОСу. Но, ребята, хочу просто посмотреть на реакцию игроков. Так, эту машину я тоже, короче, купил. Все, эту машину я тоже как бы купил. Так, ну и давайте сейчас ее тоже вот втихушку здесь сольем ГОСу. Так, вот еще нам чуть денег дали. Ну, мы, конечно, сейчас в минус прямацки уходим, но надо, ребята, все слить. Нужно все вот эти вот машины, которые здесь находятся, просто взять и все посливать. Так, идем, короче, дальше. Вот эта вот машина. Я не знаю, что это за вообще тачка, но давайте сейчас мы ее с вами купим. Ревас, го, мавер продам. Не, мне твой мавер не нужен. Мне вот эти вот машинки нужны. Так, селкар, все, эту машину я вот тоже вот слил ГОСу. Они вот за мной все, смотрите, ребята, бегают. Чисто вот за мной бегают. Они уже, походу, понимают, чем я сейчас занимаюсь. Смотрите, они вот как дикие звери уже все за мной чисто бегают. Машин становится все меньше и меньше. Так, ну а мы продолжаем. Давайте сейчас выцепим этот Уранус. Так, эту машинку мы тоже слили ГОСу. Все, ништяк. Эти машины, ребята, все прибавляются и прибавляются. Но деньги у меня как бы не бесконечные. Они имеют свойство кончаться. Я не знаю, даже хватит ли мне или нет. Так, у меня сейчас есть 190 миллионов. И вот еще пока что у меня есть возможность купать дальше эти машины и продавать. Вот давайте купим это Туризма. Блин, так жалко, конечно, такие тачки в ГОС сливать. Это просто капец, ребят. Многие сейчас, наверное, говорят, зачем ты это делаешь? Зачем, господи, почему не я и так далее? Вот, почему не мне? Но, ребята, как говорится, что не сделаешь ради контента. Так, ну что, давай мы тебе сейчас купим. Все, моя машина. Сейчас я ее просто возьму и просто тупо солью в ГОС. Все, сливаем ее в ГОС. Все, ништяк. За нее деньги тоже получили. Блин, откуда вы эти машины берете? Я уже задолбался их покупать. И вы все их возите сюда и возите. Блин, приехал еще Буллит. Да ё-моё, сколько вас тут вообще? Еще вон Сан Кинг приехал. Да ёхарный бабай. Так, сливаем, короче, эту тачку за 340 тысяч. Давайте, все, я ее, ребята, слил. Так, эту машину тоже слили в ГОС. Блин, тут такие крутые тачки. Вот сейчас их покупать, а потом сливать в ГОС, это просто такая травма для меня. Так, этот джип тоже сливаем в ГОС. Селкар 1.4 всего лишь. А дал я за него 8 миллионов. Ну все, его тоже сливаем в ГОС. Номер автомобиля АУЕ. Нормально, понятно, кто там водитель. Так, сливаем, короче, его ГОСу. Все, эту машину тоже слили ГОСу. Так, читаха 5.3. Сейчас покупаем эту тачку. Так, сливаем этот Буллит. Все, получаем 6.8. Да ё-моё, они все едут и едут. Да хватит уже сюда ехать. Вы чё, вообще, что ли, звери? Я не успеваю это все сливать. Так, сливаем эту машину. Все, эту машину тоже сливаем. Все, эту тачку тоже слил. Ты в ГОС сливаешь? Опа, уже доперли. Так, все, давай. Эту машинку тоже вот слил в ГОС. Так, сливаем эту машинку, все, эту машину тоже слили. Блин, да когда же у вас закончатся эти машины? Опять еще один приехал. Я вот реально, я постоянно сливаю тачки, они все привозят и привозят, привозят и привозят. Если бы они мне еще бы не мешали, было бы вообще замечательно. Так, сливаем, короче, ее в ГОС, все, деньги нам дали. 3,2 миллиона мы получили, давайте идем дальше. Че ты, опа, этот чувак эту тачку купил. Так, давайте сейчас купим вот эту вот гоночную тачку. Давайте сейчас ее купим и также сольем ее ГОСу. А эти чуваки, ребята, смотрите, стоят и просто смотрят, стоят и просто смотрят, что я сейчас делаю с этими машинами. Так, сливаем ее в ГОС, все, 3 миллиона нам дали. Сейчас эту машину тоже солью. Так, сливаем эту тачку, все, эту тачку мы тоже слили, теперь давайте вот этот вот фургончик, идем по порядку. Селкар, все, сливаем этот фургончик, давайте, все, я его сливаю, все, ништяк. Так, вот тут стоит вот
такой тот флеш. Давайте сейчас его тоже солью Госу. Так, сливаем Госу, все. 1,3 миллиона мы получили. Так, посмотрите, просто машин уже почти не осталось. Так, сливаем Госу. Все, эту машину я тоже слил Госу. Посмотрите, ребята, просто почти не осталось машин. Они тут чисто вот бегают без одной тачки. Чисто вот бегают за мной. А ну-ка, вот давайте, побежали, побежали. Смотрите, ребята, смотрите. Они, походу, чисто без машин оставил их всех и все. Там чисто осталась одна тачка, и то вообще максимально непутевая. Все машины просто скупил. Чего вы за мной бегаете, ё-моё? Чего, ребят, где машины? Машин нету, да, машину купить хотите? А машин все нету, ребята. Без машин остались. Ну, я думаю, если подождать где-то минут 30, новые машины обязательно привезут. Это по-любому. Сейчас чисто вот для этих ребят солью вот эту вот тачку за 10 тысяч. Так, давайте. Ключи вытащил, чтобы никто меня не угнал. Так, ключи вытащил, чтобы никто не угнал. Ну, ребята, давайте. Выставляем, короче, за 10 тысяч. Ну, погнали. Ну, ребята, все, как бы эту машину я продал. Кто купил, я не знаю, но машинку эту я продал за 10 косарей. Так, а ну-ка, блин, вот его машина в самом начале мне очень сильно понравилась. Может быть, ее у него купить? Ну, реально, этот тюнинг, это вот просто вот, как он до такого додумался, я даже не знаю. Стой, блин, ну, реально, вот, надо было же додуматься до такого тюнинга. Можно попросить одно... Да, вместо этого авто. ТТ, можно? Да, можно. Я мечтаю о Твин Турбо больше, чем о дне рождения. Ну, хорошо, сейчас ему подгоним Твин Турбо. Давай машину, дам ТТ. Так, вот она предлагает за 10 тысяч. Ну и сейчас мы это купим. Так, вот Твин Турбо. Забирай, Томми, вот тебе Твин Турбо. Да ладно! Бери, бери. Блин, серьезно. Серго, я плачу. Почему? Я мечтал тебя встретить. Еще в видео попадешь. Вот этот вот тюнинг я мог бы в принципе сам бы сделать, и обошлось бы мне гораздо дешевле, чем вот я отдал ему этот Твин Турбо, потому что этот Твин Турбо — это очень дорогая тема. Ну, как бы видите вы сами, тюнинг такой довольно-таки необычный, мне он нравится. На этом, дорогие друзья, данный ролик подошел к концу. Если он вам понравился, то я надеюсь, вы не забудете поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. Я напоминаю вам каждый раз об этом, ну а как по-другому, ребята, чтобы вы не забывали. На этом, я думаю, все. Всем еще раз большое спасибо, ну и до скорого, ребята.